Сниму обзор изометр мастер 1, вот новенький, видите, заводской номер 9392, вот новенький корпус, все идеально, все новенькое. Так, другая часть, также, как видите, все новенькое, плата, номер платы, плата в отличном состоянии, с другой стороны покажу, все по ГОСТу Белоруссии, покрыто лаком. Все отлично. Нажимаем кнопку пуск. Вот ЖК экран в идеальном состоянии, идет подсчет фона, импульсы пошли. Вот дозиметр рабочий есть, показывает. Все состояние снял. Спасибо за просмотр.